Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска, двигатель 2 литра, передний привод, автомат. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров. Застучали задние амортизаторы, притом не оба, а задний левый застучал, а правый слабоват. Пробег небольшой, но амортизаторы уже не отрабатывают нормально, поэтому подобрали фирмы Каяба. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и откручиваю амортизаторы. Поднял автомобиль. Амортизатор у нас крепится из-под низу. Головка у нас здесь на 14. Снизу поджал гидростойкой, чтобы у нас пружина не вывалилась. Теперь мы откручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Здесь вилка. Головка на 19. Сдавливаем сверху амортизатор. И вытаскиваем его. Внешне амортизатор целый, без подтеков, без всего. Но он его не держит нормально. Вот так вот работает амортизатор. Это я его руками туда-сюда таскаю. А левый еще и стучит. Берем новый. Новый фирмы Каяба. Номер его 349-243. Сразу прокачаем его, переворачиваем вниз. Теперь переворачиваем и раз 5 в нормальном положении.
уже туго. Здесь не то, что вытаскивать, его даже вниз вдавить тяжело. С новыми амортизаторами машина будет совсем другая. Именно по Kia этот амортизатор не пробивается. Пробивается только по Hyundai AX35. Они одинаковые. Так, ну все. 5 раз я прокачал. Берем его, уже не ложим. Оставляем в таком положении и снимаем со старого амортизатора пыльник, отбойники и верхнюю опору. Здесь хорошо подходит ключ от ВАЗовского амортизатора. Встает отлично. Гайка на 17. Откручиваем ее. И снимаем опору. Вместе с отбойником. Отбойник целый. Вот два амортизатора. Высота у них одинаковая, рабочая. Штака одинаковая. Можно крышку переставить. Если подойдет. Нет, крышка не подходит. Устанавливаем. Так, смажу сначала. Устанавливаем опору. Здесь в комплекте с амортизатором какая-то втулка идет. Не знаю, для чего она. Наверное, все-таки вот сюда она идет. Я снял пыльник с отбойником и втулку поставил вот сюда. Это шток чуть-чуть подлиннее, поэтому пусть она у нас здесь стоит. И все, вот так вот она. А гайку я поставлю старую, она на 17, а новая гайка на 14. Все.
я затянул. Теперь берем и устанавливаем на автомобиль. Также и болты смажу тоже. И нижний болт амортизатора тоже смажу. Сдавливаю амортизатор и завожу его. Здесь направляющие. Все, вверху я затянул, внизу я болт вставил самым первым. Теперь затягиваем гайку. Болт тоже на 19 шляпка. Держу и затягиваю. Все. Амортизатор я заменил. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Со второй стороны я также амортизатор заменил. И хотел показать, что в оригинале стоит амортизатор фирмы Mondo Hyundai Kia. Номер оригинальный его. 55-311-2Y-350. На этом все. Замену амортизаторов я закончил. Всего вам доброго.